Приморье – прекрасный город. Город нежности, воспоминаний. А зовется он просто Артемом. Город-труженик, город знаний. Артем мне действительно очень нравится. Нравятся его люди. Нравится, что он зеленый город. Артем у нас с каждым годом, с каждым днем даже становится все краше и краше. Я считаю, что город Артем, он доброжелательный к людям. Он имеет все, чтобы каждому человеку здесь жилось хорошо. Артем – город, который мы любим. Город тенистых аллей и скверов, чистых ухоженных улиц. Маленький уголок огромной России, где живем мы и наши семьи. Артем отмечает сразу две знаменательные даты. 85-летие со дня присвоения статуса города и 115-летие со дня образования. И нам есть чем гордиться. Сейчас это один из четырех крупнейших городов края. Важный логистический и транспортный узел. Воздушная гавань Приморья. Современный аэропорт радушно встречает всех, кто прибывает в наш удивительный по красоте и хлебосольный край. Артем движется вперед. Видоизменяется и расцветает. Здесь происходят преобразования, о которых раньше можно было только мечтать. За 5 лет Артем заново родился. За это время было реализовано немало значимых проектов, связанных с улучшением городской среды. Выросли современные жилые здания, ожили парки и фонтаны. Появились новые дороги, стратегические трассы и пешеходные зоны. Возведен надежный и просторный мост. Набирают обороты новые предприятия и порты. Интенсивно идет благоустройство дворовых и общественных территорий. Активно уже в 3-й раз прошел конкурс «Твой проект» по принципам инициативного бюджетирования. Программы благоустройства – одни из самых народных. Они формируются не только на основе пожеланий жителей, но и контролируются ими. В программе «Тысяча дворов» у нас появилась детская площадка, затем появился воркаут. Сейчас мы планируем, благодаря выигранной субсидии краевой, площадку под футбол, хоккей и качели для старших. А благодаря субсидии городской мы запустим мастер-классы для подростков, чтобы они узнали, что такое электроинструменты, смогли пользоваться какими-то материалами, да, проектировать простейшие какие-то изделия. И также запустили уроки живописи. Все это мы создаем для того, чтобы наших людей, жителей нашей территории, объединить. Если нашему примеру пойдут и дальше, да, также объединятся люди, то это будет здорово. Артем – это не просто место на карте. Это город, у которого есть свой характер. Ярко выраженный, твердый и уверенный. Главная ценность города – это его люди. Целеустремленные, творческие, талантливые. Здесь их слышат и видят, понимают проблемы и потребности. В честном и свободном диалоге власти и общества решаются злободневные вопросы. Администрации города ведется плодотворная работа с общественными некоммерческими организациями. Помощь и взаимодействие оказывается в организации разных мероприятий. Налаженный постоянный контакт в рамках экспресс-реагирования с населением по квон-чату. И вообще доступность всех государственных услуг, не выходя из дома. Я люблю наш город, я горжусь, что я здесь живу. И очень надеюсь, что и дальше город будет развиваться. И я приложу все усилия, чтобы в этом помочь. Желание сделать Артем процветающим объединило общественные организации, творческие и спортивные союзы, работников культуры и образования. После чего инициатива переросла в проекты. Мне нравится город Артем. В нем живет много хороших и добрых людей. В нем множество мест для прогулок и отдыха с друзьями и семьей. В Артеме появляется много спортивных площадок для занятия спортом и ведения здорового образа жизни. Наш город становится лучше с каждым днем. Я горжусь, что могу представлять его на всероссийских и международных аренах спорта.
Артем чтит семейные традиции. Ведь семья – это любовь и верность, счастье и радость. Дом, где всегда берегут очаг и поддерживают во всем. Основа благосостояния общества и главные условия всеобщей стабильности. В Артеме ежегодно рождаются сотни семей, в которых растет сильное и смелое поколение. Город-сад. Город-культура. Город-спорт. Прекрасный, дышащий, неповторимый, полный света и красок. Время показало, что в сложный период город держит удар, преодолевает трудности, восстанавливается и развивается. Дорогие друзья, уважаемые артемовцы, я с большим удовольствием поздравляю нас всех с Днем города и с Днем Шахтера. Желаю вам всего самого хорошего, счастья, удачи. Именно для города мы все сегодня живем, сегодня работаем. Спасибо огромное жителям. Вы очень активно принимаете участие и в планах реализации по развитию нашего города. Я хотел бы также сказать спасибо большое своим коллегам, команде, той огромной команде, которая участвует в реализации всех планов, и город общими усилиями становится все интереснее и более благоустроен. С праздником, с Днем Шахтера и с Днем города. Мы помним прошлое, ценим настоящее и строим будущее. Ведь Артем – это наш город, наш дом, понимающий и оберегающий каждого.